Всем привет! Вы на канале «Всякая разная из Китая». Я вас приветствую. Распаковочка очередной посылки, которая пришла мне с AliExpress, но за нее я не заплатил. Почему не заплатил? Потому что эту посылку я получил на обзор. Этот товар я получил на обзор для обзора, чтобы показал вам. И, как говорится, оценили мы, посмотрели, что за товар, стоит ли его покупать. Этот товар пришел мне от AliPrice. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Вот здесь подсказку вам оставлю на видео. В этом видео я подробно объясняю, как получать эти товары для обзоров. Ну, собственно, вкратце, если у вас есть свой канал, либо какая-то развитая группа, да, ВКонтакте, или в Одноклассниках, или в Фейсбуке, неважно, можете подать заявку, оставить заявку на принятие участия. И если вас одобрят и выберут, вы также сможете получать бесплатные товары. Ссылка будет под видео на AliPrice. Ну что ж, давайте распаковывать. В общем-то, что здесь за товар? По названию вы прочли, наверное, что здесь должен быть микрофон. Микрофон BM800, собственно, на который сейчас и записывается весь звук, который вы сейчас слышите. Я давным-давно приобрел себе этот микрофон BM800, и многие мне тогда под этим видео, под моим видеообзором и распаковкой писали, что это у тебя подделка, это не настоящий конденсаторный микрофон. Ну, в общем-то, тут я увидел на AliPrice, среди разнообразных товаров, которые не предлагают выбрать себе на обзор, увидел микрофон BM800. Думаю, дай-ка подам заявку, а вдруг? И, на мое удивление, вдруг случилось, и выбрали меня. Вот, пришла. Сейчас будем с вами тестировать этот микрофон и сравним этот BM800 и свой BM800, благо он у меня уже проверенный, я им очень-очень доволен. Смотрим. Вот такая коробочка, непримечательная, у меня также no name, просто написано на микрофоне BM800, я вам сейчас его даже покажу в камеру. Вот такой вот, вот этот микрофон BM800, видите, на него сейчас пишется звук. И сейчас давайте осматривать. Коробка no name, как я сказал, написано кондиционер, микрофон, интернет, караоке. Ладно, давайте открывать, смотреть, что, какого цвета, какой формы, как он выглядит. О, неужели это золотистый? Так, комплектация и, в принципе, все. Ну, здесь типа рассказывают, как надо в него говорить, с какой стороны и всем тому подобное. В общем-то, коробка осталась пуста. Теперь давайте смотреть, что в комплекте. О, продавец положил переходничок. Вот пакетик, написано Free Gift. Здесь бесплатный подарок. Классная штука. У меня такая же, точно такая же есть. Отжала у меня дочка, правда, для ноутбука использует. В общем-то, вот такая, вот такой переходник. Это можно назвать USB звуковая карта. То есть, если у вас в ноутбуке или в компьютере, да, нету раздельного микрофона, подключение микрофона и отдельно подключение наушников, то вот вам поможет вот такой вот мини звуковая карта. В общем-то, отличная вещь. Ссылку скину у продавца, посмотрю, скину вам на него. Пользуюсь ей. Ну, вообще классная вещь, реально. Так, далее. В комплекте, в комплекте у нас крепеж. Сюда вставляется микрофон. Как видели, он получается на подвесе, и вибрация окружающей среды не передается на микрофон, то есть исключаются все посторонние помехи. И, собственно, вот микрофон. Микрофон. Есть здесь уже защитный ветра чехол. Вот микрофон. Кстати, название я вижу. Название, язык сломаешь. Keep to war какой-то. Какой-то вор, короче. Ну, написано BM800. Ну, что могу сказать? Он один в один, как мой. По весу то же самое металл, все то же самое. Здесь металлическое. Так, давайте попробуем его разобрать. Я сейчас это с вами вместе попробую сделать. Не сломать бы, как говорится, ничего не хочется. Так, что ты, откручивайся уже. Ага, вот все открутилось. Так, ну, в принципе, то же самое, как у меня. Такая же плата, такие же два кондера. И, в принципе, ну вот вам и кондиционерный. Кондиционер стоит, значит, собственно, микрофон кондиционерный, да? Ладно, раз все так же, ну, это, как я говорил, металл, алюминий. Если все так же, давайте его подключим. Сейчас отключаемся от моего основного BM800 и подключаем новый BM800. Погнали.
Итак, микрофон подключен. Вот, видите, я просто свой вытащил кабель и подключил к микрофону. Надеюсь, что звук хороший. Еще сам же не слышу, понятно. В общем-то, оценивайте, сравнивайте, пишите мысли свои в комментариях. Если вам понравился звук, если он даже не хуже, чем на моем, то стоимость этого микрофона около 1300 или 1200. У него, кстати, есть разнообразные варианты на эти микрофоны. Есть даже комплекты с усилителем питания, с фантомным питанием, так как для этого микрофона нужно фантомное питание, по-моему, 48 вольт. Не знаю, на коробке не указано, сколько ему требуется. Ну, в общем-то, моего питания 48 вольт выдает, и в общем-то, оценивайте, как говорится. Ну что, отключаемся, переключаемся к основному микрофону. Если ищете недорогой микрофон и более-менее качественный звук, вот советую, можете многие мои ролики посмотреть, как пишет звук, отлично, работает очень долго. Собственно, вот это крепеж наш, вот, держится плотненько. Ну, вот у меня вот так висит, я разговариваю эту часть. Классный микрофончик, отлично все пришло, непомятая коробка в идеальном состоянии. Так что могу посоветовать продавца. Кстати, смотрел по ценам, да, у него одна из самых низких цен на эти микрофоны, поэтому, повторюсь, ссылка будет под видео. Ну, на этом все. Если хотите также получать бесплатные товары для обзоров, AliPrice, ссылка под видео, регистрируйтесь, и все в ваших руках, как говорится. Ну, на этом все. Если микрофон понравился, с вас, конечно же, лайки, подписка на канал. И не забывайте нажать на колокольчик возле подписки. Это необходимо для того, чтобы вы не пропускали выход новых видео. В общем-то, здоровья вам, позитива, удачи по жизни. Пока-пока.